Будьте осторожны. На платформе Расторгуева прошел очередной рейд по снижению травматизма на железной дороге. Совместно с представителями пассажирской инспекции РЖД Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сотрудники администрации муниципалитета пообщались с пассажирами и еще раз напомнили, что находиться на ЖД-путях опасно для жизни. Сократить путь и побыстрее оказаться на платформе. Так называемых народных троп у станции Расторгуева немало. Беспечность нередко толкает пассажиров на обходные пути прямо по рельсам. И такая сомнительная экономия времени и денег на самом деле стоит очень дорого и приводит к неутешительной статистике. С начала этого года у нас уже два случая травматизма на железнодорожной платформе Расторгуево-Павелецкого направления, которые привели, к сожалению, к летальному исходу. Вот. Оба случая произошли непосредственно на платформах при пересечении железнодорожного полотна в тех местах, где его пересекать нельзя. С народными тропами здесь регулярно борются. Так, только за последнее время силами администрации на станциях Расторгуева и Калинина установлены дополнительные антивандальные заборы протяженностью около 2 километров. В минусах ситуации и низкие штрафы для пассажиров, находящихся на ЖД-путях. 100 рублей никого не останавливают. У меня, кстати, есть билет. Ну это опасно же. Почему? Ну опасно. Такое? А вы видели вот эту конструкцию? Вообще, это же само по себе небезопасно. Ни одного пандуса нету вообще. Ничего. Люди сокращают так движение. Я не призываю никого так делать. Рейды, направленные на снижение травматизма на железной дороге, проходят на регулярной основе.